Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амайн, с вами я, Амайн, и сегодня мы будем играть в Майн. Я искренне извиняюсь за то, что выходит опять новая часть этой рубрики. Дело в том, что я отснял очень много материала, когда был в Оренбурге. И так уж сложилось, что сейчас нет времени снимать что-то другое. Но поверьте мне, я скоро исправлюсь и снова войду в свой график. Ладно, не буду затягивать, приятного вам просмотра. Ой, где может быть эта лава? Мне уж тут... О, Курито. Мне уже пора строить портал в ад, а я тут все еще бегаю, что-то ищу. Еще в прошлой серии искал. Фу, так, о, так, главное не упасть, блин. Раз. О, как профессионал сделал. Все четенько вообще происходит. Так. Лава. Но зато, кстати, я много мяса набрал. О, овца. Овец. Ну, убивать не буду, потому что... Опа-на. Нифига себе мне фартануло. Вау. Так, опа. Так. Ну, там лава, чё, раз, два ручейка. Но я думаю, это неплохо будет и более-менее достаточно. Так, ну-ка. Посмотрим, что там... Так, все нормально. А! Так. Вот лава, ее нужно забрать. Сейчас. Оба! Все, забрал. И поднимаемся теперь. Сейчас я буду делать как-то странно, конечно, но я буду закапывать лаву в землю и сверху поливать водой. Я думаю, так будет более легко. Так, блин, я что-то застрял. Так. Раз, два, три. Где-то вот здесь, я думаю. Блин. Я забыл алмазную кирку. Как так-то? Ой, так, значит, нужно оставить какую-то метку, чтобы я не забыл, где это находится, и увидел, по крайней мере, столбик, например, такой вот. Так, готово. Я, в принципе, не очень далеко от дома отошел, поэтому, думаю, все будет нормально. Так. Курито бегают с овецами. Ладно. Еще повыше сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Блин, а как мне теперь спускаться? У меня такой вопрос. Интересно, я попаду в воду? Так. Погнали. Да, в воду я что-то не попал. Как-то все странно получилось. Кстати, лучше бы я умер, я бы сразу дома очутился. Но такова судьба, не получилось это. Ладно, побежали. Так, здесь часы я не особо... Так, вот видно, но я не особо помню, где дом. Но я помню, вот здесь я шел здесь. Так, уйди, листва. Да блин, как ты достала меня. Ладно, погнали, короче. А, вон мой баобаб растет. Все нормально, значит. Значит, все нормально. Погнали. Корова. Баобабы, гора. Все родное, значит. Я уж думал, я отошел от дома намного большее расстояние, чем я думал. Ну ладно. Мне это даже на руку сыграло. Так. Да давай быстрее, надо выжимать максимум из себя, чтобы успеть пробежать все. Фу. Так, все, я взял алмазную кирку и готов бежать на место добычи обсидиана. Так, где он? Мне кажется, ну, по факту я навряд ли его потерял, потому что я очень близко нахожусь к дому. Вообще, все. А, вон, все, стоп, торчит, все. Значит, хорошо. Фух.
Фух, я испугался, это волк. Фу. Вообще. А может его мясом как-то покормить? А? Вот голову он поворачивает. Но что-то он не кормится. Почему ты не кормишься? Давай объясняй. Ой, ладно, пофигу. Не хочешь, не надо. Оставайся голодным. Хотя была бы здесь сейчас курита. Я все выложил, всю сырую курятину в печку, чтобы она жарилась. Сейчас бы приручил пса, с ним бы в ад ходили за этими ифритами, ну, за всякой вот этой шняк. Так, оп! Чё-то чуть-чуть не рассчитал. Да ё-моё. Как мне достали эти листва. Не русский я, да, не русский. Так, все, лава есть, алмазная кирка есть, и ведро с водой тоже есть. Так, вырываем ямку здесь. Так, главное сейчас не... Вот, все. Вылили, и теперь ведро с водой. Льем где-то вон туда. Бамс. Блин, надо все, заставил. Хорошо. Так, где у нас алмазная кирочка? Оп. Так, воду надо набрать. Так, вода есть. Да блин, опять я вода. Так, алмазная кирка. Готова к употреблению. И сейчас будем добывать обсидиан. Так. Кирка готова. Блин, так долго, это немного раздражает, ну ладно. Так, раз, два, три, четыре, всю ночь добывал ресурсы с мобов. И вот еще тут крипер оказался. Что ты тут делаешь, а? Может, слезешь? Я вот это вот что-то не понимаю. Ты... Ой. Фух, даже что-то не хочется с ним разбираться, но... Ты что на мой балкон залез? Ты как смеешь? Раз. Так, сейчас еще два... Не получ... Два! Блин! Так, нет, он не взорвался, все в порядке. Так, три. Фух, это опасно. Надо что-то все-таки делать. Да когда ж ты уже... Ты куда? Так, иди сюда. Почему вот он не спрыгивает? Знает, что... О, опасно, опасно. Вообще опасно. Блин, ну-ка, надо к нему подстроиться чуть-чуть. Так, ты... Все в порядке, да? Так, с прыжка сейчас. Ова! Все. Блин, и у меня меч сломался. Как так? Ладно. Сейчас заходим, берем новый меч. Если он... Так, он у меня не скрафчен. А, стоп, есть, есть, все. Там зомбак еще и светлеет. Так, сейчас со спины зайду. Оп. Открываем двери. Мне кажется, он... Так, давай, иди сюда, раз! Все, я его вынес, красиво, эпично, супер-пупер-мега-классно. Ну, погнали дальше выполнять дела. Так, мне кажется, пора уже строить портал в ад. Для того, чтобы найти там ифритов и их уничтожить. Хотя, какие там ифриты? Мне еще крепость сначала для этого нужно найти.
Фух, так. Нам, походу, мешает... А, нет, стоп, не мешает крыша, мы можем сделать так. Так, 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 так. И вот так. Все, и сейчас вот... У нас даже... Ой, какой же кайф. И у нас осталось 4 лишних блока. Сейчас мы все лишнее уберем. И сможем уже отправляться в ад. Так! Ну все, я, конечно же, пособирал очень много ресурсов, набрал, как это называется, глазов ока, хотя, стоп, сколько я набрал, одно, кажется, да, нам для этого нужен, а, все, короче, у нас, в общем счете, уже 2 эндерперла, вот, теперь, у нас забит сундук, нам нужно... Еще один сундук скрафтить. Значит, я думаю, сейчас все будет. Блин, я без брони еще. Так, вот шапочку одели. Так, ладно, сундук на потом, а сами погнали в ад. Прямиком. Раз, два, три. Воу-воу-воу, сколько всего тут происходит. Уже гад здесь. Так, иди сюда. Иди, иди, иди. Давай, давай, где ты там? Покажись мне. Опа. Чё? Давай, иди, давай, 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 давай. А может я на тарапе? Стреляет он в меня, давай. Раз. Блин, промазал. Но это ничего страшного. Опять промазал. Так, блин. Блин, мало хп. Фух. Я еле успел спрятаться там. Блин, там все-таки этот куб. Это, блин, в меня еще и газ стреляет. Так. Уйди, 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 газ. Уйди. Блин, не надо, не надо. Нет. Ай. Хп мало. Ты что творишь? Уйди отсюда. Блин, я сейчас... Ну да. Ну да. Бывает. Опять теперь убежать. Так, блин, меня стреляет этот скелет. Откуда, интересно, взялся скелет? Из ада? Ой, и скелет из реального мира? В аду? Это очень странно. Так, свинозомби, не трогайте меня, пожалуйста, не надо. Все, я просто иду вот сюда. Так, что здесь?
Лавэ озеро. Странно как-то все происходит, и все как-то расставлено. Так, тут тупик. А, нет, тут можно подняться наверх. Ну-ка. А почему тут ступенек не сделать? Здесь просто блоки. Так. Офигеть. Главное не заблудиться здесь. Так. Тут, о, тут еще коридор. А вот на этом уже тупик. Понятно. 2, 3, 4, 5. Так. У меня сломалась кирка. Так, берем новую. Раз. И готово. Побежали возвращаться. Туда. Так. Так, здесь у нас что-то горит. Можно пойти налево, направо. Нифига себе, просторы какие. Вау. Какой же все-таки ад красивый. Ладно, у нас цель пройти Майнкрафт, а не тут разглядывать и гулять по аду. Нужно искать ифритов. Так, тут выход на улицу, скажем так. Это мы поняли. Так. Так, здесь у нас эти светящиеся камни. Опа! Ифрит, здравствуйте, здравствуйте. А ты будешь меня бить? М? Будешь? Походу нет. Так, ладно. Забрали, получается, у нас одна ифритовая палка, и мы превращаем ее в порошок. Почему здесь так всего много? Опа, опять ифриты. Сейчас мы их замочим. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я вообще не понимаю, почему они меня не убивают. Это как-то очень подозрительно и странно. Но, в принципе, мне-то что, мне пофиг. Главное, чтобы это были палки ифритовые. Так, опа! Вот это... Так вон майнер этих ифритов. И газ тут, и еще один газ. Всех просто дофига, всех! Фух, вот это я напугался, ты кто? Опять этот слизняк. Блин, он меня сейчас убьет. Нет. Уйди. Нет. Я ухожу. Да, меня опять убили.